С данными Минсельгазхаршу, зараз на Гомельщине бульба убрана прикладно на 15% площадь. Урожайность 257 центнеров с гектара, а маль на 90 центнеров ниже среднереспубликанского показчика. Правда, поравновывать ситуацию с иншими регионами не совсем правильно. Такой протяглой засухи, как на Гомельщине, не было больше нигде. Картофель в этом году посадили вовремя, но соблюли всю технологию полностью от А до Я. Но из-за того, что была долгая продолжительная засуха, это существенно повлияло на урожай картофеля. Ну, на данный момент убираем то, что есть. Картофель по качеству довольно неплохой, но клубни образовалась под каливом не столько, сколько хотелось бы. Сухое надворье оказывает уплыв и на ходу борышный. Пыл на палетках такие, что комбайна практически не бачно. Механизатору не позаздростишь. Евген Семченко на нарыхтовце бульбы с 8 годин раницы до 7 вечера. Каже, что на жниве было легче. Тяжело. Ну а что делать? Работать-то надо. Убирать картофель. Какие условия уже есть, такие есть. Конечно, хотелось бы, чтобы дождик чуть-чуть прошел. Кольки сёлета господарки накопают бульбы, покуль казать рано. Основные работы еще напереди. Але одна лишба уже ведомая. У областный стабилизационный фонд сёлета будет закладена свыше 7 тысяч тонн. Это позволит обеспечивать населенство бульбой до весны, причем по примальных ценах. Главная задача зараз – повелишение темпов работ, об чем на оперативных нарадах нагадывает специалистам старшиня облвыканкама Геннадий Соловей. Невеликий дождь не перешкодит, але коли надворье сапсуется надолго, с нарыхтовкой бульбы могут возникнуть проблемы. Темпы наращиваем, запускаем наши картофельные комбайны. Я думаю, что в срок мы уберем наш картофель. И несмотря на все это, еще также район закладывает, полностью обеспечивает стабилизационный фонд города Гомеля. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».